Так, что я вам хочу сказать по поводу вот этой химии, хлорки, да, в синей банке, и по поводу вот этой в зеленой банке. Вот эта химия, она очень ядовитая, воняет просто жесть. Если вот эта химия воняла буквально один день и выветрится, это воняет неделю. Если эта химия попадала мне на руки, то ничего не происходило. А если вот это мне попало на руки, ребята, ну это просто жесть. У меня, короче, покраснела кожа, начались пятна на коже. Я вам советую, только надо в перчатках работать с этой химией. Надо одевать маску, и еще я вам больше скажу. Микрочастицы летят и попадают на тело, на голову, на лоб. Я одевал кулек, и то у меня были пятна, короче, на лице. Очень аккуратно с этой химией. Это очень жесткая химия. Вот эта синяя. Это намного лучше химия. Да, ну вон побелело, и то все равно желтые пятна, видите? От плесени въелась, наверное, в обои, короче. Будем переклеивать. Вот это хорошая химия. Это хоть и писали дешевле, туда-сюда, но не тот эффект. Вот это намного лучше. Не то, что не тот эффект. От нее больше побочных эффектов. Во-первых, вот все побелело везде. Это она проявилась вот так вот. Это такого вообще даже приблизительно нету. После нее не вытирать не надо. Ни пол, ничего, все нормально. А еще что я вам хотел сказать, ну просто, а то такая аллергия. Во-первых, у меня чесалась кожа, пекла кожа, там где попало оно. Пятна начали. Ну жесть, короче. От этой химии, вот этой. Не было такого вообще. Ни кожи, ничего. Ну, блин, я старался, чтобы не попадал. Но все равно я без перчаток работал. На руки микрочастицы летели. Это жесть. Это классно. 100%. Хоть это дешевле, но это лучше. Плюс тут написано, что она именно от плесени. А это так, хлорка побелила. Тебе и все. Ну, короче. Сами увидите. Вот эффект. Все белое. Так, сейчас хочу еще обработать. Вот эти вот желтые места, где пооставались, вот этой вот химией. И все. И ждем службу. Пусть они уже говорят, что делать.